Нормальная осенняя погода. А вообще, как вы смотрите, что резко похолодало? Это плохо. Надо, чтобы помедленнее, наверное, привыкать надо. Сразу холодно очень стало, да. Очень плохо. Не можем жить в деревне, не можем картошку выкопать нормально. Очень хочется тепла и солнца. Нормально. Негативно. Почему? Холодно, потому что. Хочется тепла и солнца? Да. Ну а как вы вообще смотрите на то, что в августе уже так холодно? Думаете, будет еще тепло? Ну, я думаю, да. Надеюсь, по крайней мере, на это. Любая погода хороша. А хочется тепла, солнышко или наоборот, по душе такая? Много чего хочется, но не все совпадает с нашими желаниями. А Богу не прикажешь. Как Бог сказал, так пусть и будет. Пусть будет так. Жары хватит. Сейчас пусть холодает. Погода ужасная. Мы еще не отошли от лета, уже осень наступила резко. Отлично. А не хочется солнышко, тепла? Конечно, хочется. Ну, а как вы смотрите, что в августе уже курточки нужно надевать, там, шапки? Ну, мы на Урале живем, вы не забывайте. Очень хочется тепла, солнышко. Ну, все уже поздно. Я не скажу, что резко похолодало. В сентябре будет все равно тепло, я так надеюсь. Думаю, бабье лето. Я очень адекватно люблю любую погоду.